Здравствуйте, я нахожусь в старинном городе Яфа. Это пригород Тель-Авива. Сейчас я попытаюсь найти галерею, где выставлены мои работы. Ну, вот эта улица, кажется, я нашел, где находится моя галерея. Пока я иду по этой улице и ищу галерею со своими работами, я хочу немножко рассказать про это место. Яфа возникла приблизительно чуть-чуть меньше 4000 лет назад. Если судить по египетским источникам, то Яфу основал египетский фараон Тутмос III. В 13 веке сюда и вернулись евреи. В конце 10 века Яфа была включена в Израильское царство. Потом пришел Александр Македонский. Потом здесь была Римская империя. Уже в новую эру, в 7 веке в Яфа пришли арабы, в 11 веке крестоносцы, потом здесь была Турецкая империя, прибывало очень много паломников, как христианских, так и иудейских. В конце концов, в 1950 году Яфа вошла в состав Тель-Авива. Сейчас это туристический и культурный центр. Ну вот мы, кажется, пришли. Ну вот я выставился, это мои работы. Ну здесь много разных совершенно интересных работ. Я их рисовал в разное время, одни старые, другие нарисованы сравнительно недавно. Есть так же, как и сюрреализм, так же и реализм, то есть традиционная живопись. Ну вот, допустим, вот эта работа называется Dreams of Purple Cat, мечты розового кота. Ну вот, эта работа уже совершенно из другой сферы. Это скорее не ассоциации с каким-то театром или музыкой, это скорее просто сны фантастических городов. Называется Nostalgia. Ну, в принципе, это ностальгия по другой планете, более точное название. В общем, каждый интерпретирует это по-своему. Вот эта картина, это, в принципе, самая настоящая традиционная живопись. Это место в городе Кварцабе. В Израиле есть такой город. Я там когда-то жил. Это место очень хорошо известно всем кварцабчанам. Это улица Иерусалим. Ну, это уже скорее сюрреализм. Хотя сходу можно понять, что это какой-то город. Ну, в принципе, картина так и называется, Тель-Авив 2050. В принципе, это
тоже из области снов. И сейчас у меня такие сны, но я решил из снов сделать что-то более конкретное. И нарисовал эту картину. Она была нарисована около 7-8 лет тому назад. Ну, это одна из самых моих впечатляющих картин. Называется «Camel in Space» – «Верблюд в космосе». Ну, верблюд в стеклянном шарике – это как бы древний Израиль. А черный фон, то есть космос с различными планетами, ну и придуманными мной элементами – это как бы современный Израиль. Сверху левее в виде картину, на ней изображена просто связка ключей. Это было нарисовано достаточно давно, лет 10 назад. Ну, на мой взгляд, лучше всего у меня получилась пробка от бутылки с минеральной водой. Синяя пробка, расположенная внизу слева. Она как бы дополняет колорит, который создает ключи. А надо мной, немножко левее, нарисована картина под названием «Soaring in the Night». Ну, это как бы летучая мышь и летучий голландец, то есть парусник. То есть так и называется «Парение в ночи», «Ночное парение». Эта картина называется «Dream of Cat» – «Сон или мечта кошки». В принципе, я не знаю, как себе представляют кошки наш мир, но тем не менее я попытался это изобразить. Эта картина называется «8765». То есть это 8765 каких-то действий, что это каждый может принимать по-своему. В центре картины изображено что-то похожее на рождение новой звезды. А внизу на какие-то пирамиды, построенные инопланетянами на других планетах. Эта картина называется «Сумасшедшая природа» – «Crazy Nature». Это достаточно противоречивая картина, потому что на ней изображены как бы и элементы природы, и элементы цивилизации. Ну, все-таки ближе она, на мой взгляд, к природе. Но есть и ассоциации, вызывающие, наводящие на какие-то мысли, связанные с архитектурой 19 века. Эта картина называется «The UFO», то есть НЛО. Это почти что любому сразу ясно, что это такое. Как бы летающая тарелка, а под ней на земле кипит, бурлит человеческая жизнь. Надо мной картина под названием Dreams, то есть мечты. Трудно сказать, с чем она может ассоциироваться сходу, чисто геометрически, но я попытался нарисовать такую картину, которая бы вызывала ассоциации с какими-то мечтами человека, которые были достаточно давно.